Опа, я чувствую годноту. Ну что, ребята, наконец-таки я добрался до этого ролика. И для вас сегодня я приготовил офигенный ролик. Ребята, сегодня я вам покажу, как можно установить, скачать, поставить себе. Кстати, поставь, пожалуйста, подписочку, колокольчик нажми, ну и комментарий напиши. Будь так любезен. Анимация на свою ОБС-ку. Я объясняю вкратце, что это за прога, что это вообще за приложение. Этот чувак разработал именно такую штуку, что теперь вот эти все плашки ваших соцсетей, либо каких-то логотипов, надписи, анимации, можно делать прямо в самом ОБС. То есть, если такие плашки делаются, например, в Premiere Pro, это заморочки очень, ну, понимаете, там, сначала надо сделать в фотошопе, потом все это дело отдельно заанимировать, а тут уже все готово, просто нужно установить, поставить, настроить, писать свои текста, писать с вами цифры, не знаю, что вы там еще будете делать, логотипы свои ставить, всякие значочки, в общем, будет круто, поехали скачивать, ставить, будет интересно. Итак, друзья, для того, чтобы нам все это сделать, нам понадобится специальная ссылочка, которую я оставлю в описании, вы сможете спокойно зайти и скачать это приложение. Итак, вот оно, здесь это форм ОБС, можете здесь почитать, полазить, возможно, вам будет интересно. Я, в общем, скачиваю, сразу же нажимаю скачать. Отлично, у меня уже это все есть. Открываем этот архив и начинаем оттуда все перекидывать, все, что там есть. Вот эту папочку полностью кидаем на рабочий стол. У меня замена файлов, окей. Теперь нам нужно найти, где у нас лежит все эти плагины в ОБС. Нажимаем расположение файла, окей, заходим, ищем здесь ОБС Studio. И видим, что у меня здесь уже плагинчик стоит, я его удаляю. И просто закидываю сюда всю эту папочку, прям сюда кидаю. Итак, теперь я не закрываю этот файлик, да, то есть оставляю и беру отсюда, копирую путь. И пока сворачиваю все это дело. Так далее, ребята, смотрите, мы идем вот сюда, значит, вид к панели и ищем вот эту вкладочку браузера. И здесь у меня уже стоит, и окей, я удалю. И теперь мы сюда должны добавить следующее. Смотрите, сворачиваем ОБС, открываем нашу папочку на рабочем столе. И теперь, смотрите, заходим вот в эту папочку Level. Здесь нам нужно следующее. Вот эта панелька, вот это вот егошнее расположение. Мы копируем Ctrl-C. Теперь мы идем в эту панельку, обратно в ОБС. Так, здесь мы пишем Lover, допустим, окей. Сюда вставляем вот этот путь. Так, капслок отключаю. Дальше заходим в эту же папочку. Здесь копируем вот это значение. Переходим обратно. Здесь ставим флеш. И сразу же ставим то, что мы скопировали. Теперь нажимаем применить. Так, ребята, у кого не открылась эта панелька, вот здесь перед панелькой ставим точку и пишем HTML. И тогда у вас все будет работать. Все, за это можно дело закрыть. Теперь у нас есть такая вот вкладочка. Это у нас пульт управления, можно сказать. Я что-то не понял, ты что так еще не подписался? Лайк не поставил и даже не поставил колокольчик? Исправь, пожалуйста, это. Теперь я его аккуратненько поставлю вот сюда, и мы сейчас приступим к следующему шагу. Итак, дальше что мы делаем? Мы идем обратно в нашу папочку, где у нас лежат файлики. И здесь мы берем отсюда, идем обратно, идем сюда, добавить браузер. Здесь как угодно можете назвать, я ставлю. Сюда вставляю это значение и сразу же ставлю здесь с флеш, иду обратно сюда. И здесь я копирую вот это название, окей, и перехожу сюда, вставляю. Здесь я ставлю 1920, здесь я ставлю 1080, окей. Здесь вот это все мы удаляем отсюда, это нам не нужно. Здесь ставим все галочки, нажимаем окей. Отлично, у нас появилось вот это окошко, это и есть наша анимация, которая будет вылазить, мы сейчас ее будем настраивать. Вот это, ребята, сам пульт управления, и здесь очень тонкие и очень глобальные масштабные настройки, и поверьте мне, здесь очень много что можно настраивать. Итак, давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Просто скажи мне, какого хера у тебя до сих пор кнопка подписаться красная, колокольчики не поставлены и комментарий не написан, лайк не поставлен, пожалуйста, исправь это. Итак, смотрите, здесь очень много настроек, поверьте мне, это очень функциональная такая штука. Здесь вот это, в общем, наш панельки. Здесь мы можем запускать, как у нас будет крутиться, какие у нас будут плашки здесь вылазить. Например, я здесь написал в данный момент «Привет, подпишись на канал». Давайте посмотрим, что из этого получится, как она будет работать. Я включу панельку здесь и включаю панельку здесь. Отлично.
Вот мы видим, что работает, и все даже неплохо. Все это дело мы можем настраивать. Так, ребят, давайте сделаем еще одну важную вещь. Сделаем специальный скрипт для горячих клавиш. Что это дает, сейчас покажу. Идем в скрипты. У меня уже здесь стоит, естественно, но я сейчас уберу. И здесь мы сейчас добавим плюсик. И идем в нашу папочку, где у нас лежат файлики. Здесь то есть, все это дело обновить. Далее плюсик. И идем в расположение в OBS. И находим вот здесь в OBS Studio нашу папочку. И здесь уже непосредственно это скриптос. Все работает, все замечательно. Закрываем горячие клавиши. И смотрим, вот они, все хоткеи. Итак, ребята, теперь коротко я расскажу вам об настройках, потому что полные настройки я буду делать на следующем видосе, потому что здесь реально очень много вам нужно объяснять. Могу сказать сразу, чтобы вы понимали, что вот это вот самая главная вкладка, это настройки, это вообще здесь все база, вот. Здесь всякие шрифты мы будем ставить сами, здесь у нас можно также менять темы, если вас что-то не устраивает, вы можете поменять, и под OBS-ку здесь специально есть тема. Итак, чтобы вы понимали, все вот эти настройки, вот эти все галочки, они отвечают на самом деле здесь за панельки. Например, вот за эти, чтобы вот это, например, было слева, а не справа. Поставим, видите, она теперь здесь. Их сейчас нет, потому что я поставил галочку. Так, это доп. Панельки всякие разные будут. Итак, я обычно оставлю вот эту галочку. Теперь вкратце, смотрите, что здесь. Здесь у нас будут логотипы. Здесь мы будем ставить логи, потом будем ставить аватарки различные, потому что здесь будет вылазить у нас наши плашки всякие. Делать даже бэкап своих настроек и потом их восстанавливать. Сюда мы будем ставить наши шрифты. Здесь у нас будет все по времени ставиться, что когда будет выплывать. Здесь очень важная функция, вот здесь буду, да, вот видите все вот эти штучки. Здесь панельки. Здесь на каждой вот эти кнопочки, на каждую панельку можно будет ставить определенные надписи, определенное время. Допустим, каждые 5 минут она будет выезжать, и через 5 минут она будет. Допустим, здесь будет значение 5 секунд, она будет выезжать, 5 секунд она будет отдыхать. И, само собой, здесь будет загораться как бы такой светофорчик, что у нас будет предупреждать. Здесь у нас так. Также все это доп. Панельки. Здесь у нас открываются все эти доп. Панельки. Можно менять цвет. Обязательно ставить подложку, заливку. Здесь также логотип, естественно. Далее, здесь разные... Ну, это будет у нас шрифты, там курсив, не курсив. А дальше, здесь опять же все по времени. Вот вам таймер еще один. То есть здесь очень много настроек. Об них стоит реально делать отдельный урок. Потому что, еще раз объясню, что вот эта программа, она позволяет реально, ну, вот, много решает всякие разные задачи. На стримах особенно, если надо что-то делать какие-то. То есть здесь даже по факту не нужна программа для монтажа, можно делать все в OBS, ну, просто заранее настраивать, и здесь уже непосредственно можно даже делать сам монтаж. То есть снимаете видос, и, естественно, здесь у вас уже будет куча всяких настроек, о чем мы поговорим в следующем уроке. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно, чтобы, я не знаю, был актив, ведь на самом деле для вас я ищу всякие разные плюшки, и будет все круто. Что, ребят, давайте, где актив, там и все будет четко. Опа, я чувствую годноту.